Билайн дает клиентам карты в руки. Вымпелком развивает технологии, которые позволяют абонентам самостоятельно управлять практически всеми возможностями, которые предоставляет оператор. О диджитал-технологиях журналистам рассказали на ежегодном пресс-клубе. Это направление в Билайне курирует Александр Пятигорский. До Вымпелкома он руководил созданием крупных проектов компании Яндекс. Александр пояснил, что диджитал – это интернет-сайт, мобильное приложение и многое другое. Причем все продукты, которые попадают абоненту в прямом смысле, проходят лабораторные исследования. Там есть система ай-трекинга, то есть мы следим за глазами, куда он смотрит, клиент смотрит на экране. Там сидят люди, которые сделали этот интерфейс, это проектировщики, это владельцы этого продукта. Они все это внимательно записывают и после этого анализируют и делают выводы. Почему абонент не сразу нашел в правильном разделе эту услугу? Значит, наверное, ее стоит перенести в другой раздел. Почему там абонент не понял, что написано здесь на этой кнопке? Значит, нужно там переписать этот текст, написать более понятно. Продукт проверяет по индексу безошибочного решения проблем клиентам. Он должен быть не ниже 80%. В противном случае он просто не попадет к абоненту. Получается, что лозунг Билайна «Просто удобно для тебя» — это не просто слова, а выведенная формула, направленная на то, чтобы клиенту было комфортно общаться с оператором. Одна из услуг, которую мы внедрили, это обратный звонок. Когда наш абонент звонит нам в колл-центр, он может не ждать, когда ему ответит оператор. Он может заказать себе обратный звонок. И оператор, в среднем это происходит за 6 минут, оператор перезванивает и решает все вопросы клиента. Цель Вымпелкома в области диджитал-технологий – сделать так, чтобы до 80% абонентов в следующие несколько лет могли самостоятельно решать большинство пользовательских задач. Евгений Журавлев, Елена Масалова. День в событиях.